хуй. Так, ладно, послушаем. Мы ветры, квалифицируем знак козы и присваиваем его себе. Поэтому поднимаемся по субботу, кричим рэп. Пока непонятно. В небо касаю, моё подпиздет, это неприкасаемое. Подпиздет, поворочек мечты. С глаз долой вон из сердца и прочь из башки. Во мне идеальный порядок и такой же бардак напоследок. И отсёк я коря, и раз мёртвые не говорят, то и нам с собой нихуй беседовать. В небо касаю, моё подпиздет, это неприкасаемое. Объясните в танке. За нас умер Иисус, например, за что умерли панки. Со мной Бог и со мной Дора Дура. Со мной Дорна, София Ротар. Прет как барбитура. В небо коза, ё-моё, панк из дэд, хороните гитару. В небо коза, ё-моё, панк из дэд, это неприкасаемое. Ну что-то поднажал к концу. Ё-моё, в небо коза, панк из дэд, хороните гитару. В небо коза, ё-моё, панк из дэд, это неприкасаемое. Меня хватит удара. Ё-моё, в небо коза, панк из дэд, хороните гитару. Придет Юра Дудь на прощание свои дары дать. Принять тихо на грудь и грустить дары дать. Мне не передать всю эту скорбь. И так же когда-то смерть искормит нас. В небо коза, ё-моё, за все, что от Бога и за все мое. Поднимем бокалы, ё-моё, заодно и поднимем козу. И голубчик, сыграй на басу. Блин, так голубчик, хочется, чтобы он здесь сыграл как-то. Сыграй на басу, едет по полю танк. Курю Чапан Реда, за что умер пан. На Букер де Фреда, я б тоже погиб за нее. За кого сам додумайся, в небо коза, ё-моё. В небо коза, ё-моё, панк из дэд, это неприкасаемое. Меня больше как стёбны должны звучать, и голосом это передаваться. В небо коза, ё-моё, панк из дэд, это неприкасаемое. Меня хватит удара, ё-моё, в небо коза, панк из дэд, хороните гитару. Это вот когда, помните, я говорила, что я и, ну, как бы, речитатив вообще никогда не сойдемся никак. Но, как бы, попробовала, и ничего, если пробовать практиковаться, все, всему можно, как говорится, научиться. О, Фум, я с тобой согласна абсолютно. Здесь трек, он настроен сам по себе и сложен, да, таким образом, что прям ра! Вот какое-нибудь что-то такое хочется услышать, а не какой-то тут... потуги какие-то одни, какие-то реально потуги, вот бедный его, ну как-то сжали его, не знаю, за левое яичко, и так вот берут и подтягивают, все, ну какой, ну там завизжишь, когда, извините меня, это когтями какими-нибудь тебе вонзились, как, ну, блин, ну такой трек, он прям, вот здесь, если ты что сказала, что сыграть... Все, с вами поведешься и хейтером станешь. Я вот что имела в виду, когда сказала сыграть. Он более такой, вот какого-то артистизма здесь требует. Здесь не в плане даже попадания, может, но в ноты или какого-то распевания. Вообще оно здесь не нужно. Что он местами это сделал. Он какой-то такое ощущение, как будто он такой плюшевый здесь розовый зайка, но из него, ну, ему надо из себя... что-то выжать и, не знаю, и показаться каким-то, я не знаю, таким злотным тут таким, не знаю, расти, как вот, знаете, вот в мультике этот «Тайная жизнь домашних животных», там кролик бешеный вот этот был, вот таким ему кроликом надо здесь быть, а он такой, не показываю мою, ну в смысле, ты должен прям рвать вообще с самого начала. Тут какой-то вот, ну, больше такой стёбный, жёсткий,
ну, не прям жестко, не без перегиба, но не хватает экспрессии, не хватает эмоций. Ну, прям с самого начала думаешь, ну вот что-то, чуть-чуть, когда прям про Дору, Софию, Ротару, мне показалось, как будто вот, не знаю, как его за живое задели, чуть-чуть он что-то прям как будто, и все. Как, знаете, как подотпустили яичко, а потом опять посильнее сжали. Ну, вообще. Такой вроде прикольный, интересный трек. И звучит ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. То есть такое прям звучание, оно все время держит тебя на каком-то импульсе таком. И все, вот. И вот. Ну а что, за что его еще там схватили, скажите, я не знаю. Ну, у меня только так складывается. Тут разорвать надо, пора в путь, на поминки приедет Юра Дудь, ра, что-нибудь там. А! Вот какие-то, ну, есть вот, вставляют, господи, никак, не мелизмы, забыла, как они, аэрбэки, да, по-моему. И все. А он как поднимем бокал, как поднял он бокал, походу, там и присел. И все, и умер вообще под конец. Дох. Господи, прости. Не знаю. Печальная печаль. 7,4. Вообще нет. Я прям здесь злостный хейтер буду. Вообще.